Приветствую всех на канале Лора Дэвис. Обзор торгового бота BotXCoin. Сегодня на повестке дня у нас обзор блокчейн-проекта BotXCoin, который заключается в создании максимально удобного и прибыльного инструмента для торговли криптовалютами. Платформа BotXCoin будет полезна как опытным трейдерам, то есть биржевым торговцам, так и новичкам, которые пока что еще плохо разбираются в тонкостях биржевой торговли и принципах работы рынка криптовалют. В составе проекта BotXCoin будет иметься три основных инструмента для заработка и получения прибыли с криптовалют. Первое – это торговый робот BotX. Второе – криптовалютная мультибиржа BotX Pro. Третье – токен BotX. Расскажу о каждом из них поподробнее. Торговый бот. Торговый бот BotX от компании BotXCoin будет реализован в виде приложения для всех популярных операционных систем, таких как iOS, Android и Windows. Бот будет в режиме реального времени мониторить сразу несколько бирж и предоставлять трейдеру возможность торговать на разных торговых площадках одновременно из одного интерфейса без необходимости переключаться между несколькими сайтами. У торгового бота BotX будет две основных функциональных возможности. Первое – это торговля одновременно тремя парами на одной торговой площадке, например, пары BTC, PAX, PAX, BNB, BNB, BTC на бирже Binance. Между курсами валют в этих торговых парах иногда могут появляться разрывы, которые и будет мониторить бот. И когда разрыв будет достигать максимальной величины, при которой будет возможно получение прибыли даже с учетом вычета комиссионных, бот будет совершать сделку. Второе – это торговля одновременно на нескольких биржах. Курсы разных криптовалют на разных торговых площадках всегда немного или много отличаются. Например, на Bitfinex за один биткоин можно получить $5000, а в это же время на Binance всего $4900. Видя это, бот продаст биткоин на Bitfinex и купит его на Binance, тем самым получится разница почти $100 за вычетом комиссии. Криптовалютная биржа. Торговый бот является первоочередной задачей для команды BotXCoin. Лишь после его завершения они вплотную займутся созданием собственной криптовалютной биржи. Она будет уникальной, потому что на ней будет сопряжено одновременно 20 других бирж, и трейдеры смогут совершать сделки на всех биржах сразу, используя для этого всего лишь одно приложение BotX Pro. Вести торги на этих биржах можно будет как вручную по старинке, так и автоматически с использованием упомянутого ранее торгового бота BotX. Собственный токен. Для оплаты комиссии и услуг бота BotX командой BotXCoin будет создан собственный токен BotX. Помимо утилитарной функции в виде оплаты услуг, данный токен также может и самостоятельно приносить прибыль, даже если трейдер не будет использовать для этого биржу BotX Pro или торгового бота BotX. Во-первых, данным токеном можно будет торговать на многих популярных биржах, получая прибыль от скачков курса и движений рынка. Тем более, что эмиссия токена ограничена и составит 5 миллиардов BotX, а каждые несколько месяцев команда проекта будет использовать часть своей прибыли для выкупа и сжигания части токенов для поддержания его стоимости и предотвращения инфляции. Во-вторых, все держатели токена BotX будут получать ежемесячные дивиденды за хранение токена. В-третьих, у проекта BotXCoin довольно обширная и разнообразная программа лояльности, с которой можно будет зарабатывать токен BotX на приглашении знакомых, а также получать пожизненный доход, который будет составлять часть от их торговой комиссии. В данный момент у проекта BotXCoin проходит ICO, и вы можете ознакомиться с бета-версией их торгового бота на сайте в разделе MVP. Данный материал опубликован для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решения об инвестировании советую вам более детально изучать технические документации проекта. Инвестиции в ICO сопряжены с высокими рисками.